тебе летят вертолеты! Срочно сюда! Беги скорее! Сдавайтесь немедленно! Иначе открываем ураганы! Бегом! Бегом! Бросьте оружие! И будете убиты! Осторожно! Не высовывайся! Отходим! Держаться вместе! Если не прекратите огонь, мы всех убьем! Где святой источник? Говори! Стой! Оставь их, не надо! Где он? Стойте! Стойте! Есть карта! Атлас! Он укажет путь! Ладно, говори, что там за атлас! Нас напали местные. С ними Крофт. Есть потери. Кто погиб, кто бежал. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит. Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Не теряй веру, Анна. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. Мое время на исходе. Я так далеко зашел, так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути. Грехи, что заставил меня совершить на то, должна быть причина. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради нее, ради тебя, ради Троицы. Прошу. Укажи мне путь.
Что ж, значит, кровь. Прости. Мне жаль, что так случилось. Это наш путь. Наш долг. Он никогда не был легким. Я понимаю, что значит терять близких. Троица ведь не остановится. Вряд ли. Силы у них достаточно. А Атлас? Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас? Или ради своей цели? Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением после того, как закончу с ранеными. Да. Мне бинты нужны. Что? Яков, нам сильно досталось. Мы разбиты. Я до сих пор не вижу. Они не остановятся, пока не получат свои. Или пока нас всех не убьют. Как бы я хотел показать тебе, какой вид открывается от моей палатки, Лара. На закате раскопки выглядят так красиво. Последний лучик солнца освещает результаты нашей работы. А потом то тут, то там разводят костры. В лагере начинает пахнуть жареным мясом. Говорят, жарят морских свинок. Я не стал есть. Рот съел двух. Может, в следующий раз возьму тебя сюда с собой. Как твой экзамен по истории? Это мои лучшие воспоминания, пап. Как я была с тобой на раскопках. Особенно, когда ты доверил мне мой собственный участочек. Мне так понравилось. Быть частью чего-то важного. А экзамен я сдала на отлично. Это какая-то метка. Византийское письмо, но разобрать не получается. Эх!
Тут разгром. И твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их из-за бомбы под башней. Но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе. Мне нужны ответы, но какой у меня есть выбор? Я не могу позволить Ордену убивать этих людей. Есть черта, через которую я перешла уже давно, и пути назад нет. От прошлого не уйти, оно всегда со мной. Я должна им помочь. Очевидно, что люди Якова готовы умереть за него, а он за них. Не стреляйте! Пропустили! Будьте внимательнее! Что у нас? Укрытие! Thank you.
Эй, погоди. Эти ублюдки хитрые. Пойдем. Ты труп! Ну что, друг, твоя очередь. Ничего я не скажу. Верь, верь. Поэтому мы сейчас просто-напросто высадим из тебя. Смотрите! Брат! Ублюдки. Развяжи меня. Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Столько крови пролилось. Столько наших погибло! Может, твое племя довольно настрадалось? Это все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. С тобой все будет в порядке. Заперто с другой стороны. Я в порядке. Ничего со мной не будет. Помоги остальным. Тихо, тихо. На этой фреске они находят долину. Отведем вас в безопасное место. Наверное, им она показалась раем. Возможно, получится открыть проход отсюда. Катакомбы. Там нас не достанут. Что-то вроде оружейного склада. Должно хватить. Древний амулет в форме оленя, вырезанный из рога. Может, ценная вещь, а может, просто детская игрушка. Отойдите от двери! Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь святой источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. Вы не сможете защищать его вечно. До сих пор удавалось. Но пока что... Я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им.